где бы еще развернуться? Классно хоть одновременно ехать и снимать. Не можно. Придется дальше. Здесь. Я надеюсь, что место будет. Должно там быть в конце, да. Там тоже разворачивается. Там в конце еще... Найдем место. Где-то здесь открывались. Вот здесь, мы вот, вот здесь, наверное, развернемся вот. Сейчас. Сегодня мы в очередной раз в нашем любимом месте на Сухом море. Температура где-то минус 2 градуса. Тепло, но вот ветер мощный. Только закинули, сразу же рыбинка вот клюнула небольшая корюшка. Сегодня в экипаже Матвейчик. Саша доставала, Филюха. Попробуем. Мы ватрушку взяли. Да, ватруху взяли, парни будут кататься на двух снежках. На двух снежках сегодня стал на Сашином стелсе капитане и вот на рейнджере. На два дня приехали. Поставь креветку, Саша, вот есть. Попробуй. Ну, можно сейчас взять крючка? Не понял? Креветку так, конечно, можно. У тебя сразу так. У нас наживка общая. А, общая? Конечно, ты чё? А ты чё думал? На рыбалке ничего не делал. Прикинь, такой, нет, нельзя. Я буду ловить. Да, я буду ловить. Первое место дислокации у нас в Хате, в этом Хате. Заячий, заяцкий. На железяке очень много людей, на железяках сидит очень много. Сегодня вообще много народу, 23 февраля, всех, кстати, с праздником. С Днем Защитника Отечества, да? Ага, да. Вон, Илюха поймал, Илюха поймал твою рыбу. А это кто? А это ревча. Самая вкусная рыба. Мама, зажрали, привезешь. Вообще самое вкусное. Объедение. Не, почему? Самая вкусная рыба, бери. Майя привез, скажет, что какая красивая рыбка. Пожарить тебе ее. Доволен? Да. Доволен? Ну вот сейчас, сейчас водка. Да, самая вкусная, тем более. Бычок называется. Или у нас второй подошел. Уже покрупнее. На креветку. На креветку и на стандартную креветку. Думаешь? А сегодня привередливый. Да мы сели еще так одни. А вокруг вообще никого тут. Вот тут ближайшая палатка. А подо льдом, да. У дна у самого, блин. Так. Что-то не опускается. А, ну ладно. Собрались уезжать, она раз и клюнула, как назло. Клевало, да? Пошел. Пошел хороший. Угу, ну вот да, крупный. А? Креветочку все-таки. Да, так, да, ставь креветочку. А этого еще не съели мы его. Не съели? Только на вон он лежит. На игру, да, Сань? Папа, не съели его? Вон, там все еще бахается. Блин, что, бурится что ли здесь? Е-мое. А?
Ну, попробуем чуть-чуть. У нас сегодня рябчик. Так здесь вот всегда вот, блин, у Кади рябчик это. Серьезно, в кадре так колоритно смотрится всегда. Сочно. 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 И Илюха, домашний мальчик. Вот, да не, нормально будет. Потихоньку сейчас поедем. Сейчас на ватрушке будем катать детей. О, красота. Точку, на которой были вот мы ровно 2 года назад, тоже 23 февраля с Иванычем. Попробуем еще здесь. Матвейчик там на ватрушке угорает. Что, прикольно? Да. На ватрушке. Давай, братан. Здесь, конечно, сами, наверное, воды нет, скорее всего. Я тоже так думаю. Ну да, потому что видишь, там выгон сильный так. Нормально? Что, давай, ну все, пробурим на всякий случай. Ножи затупим. Короче, лунку дали. Здесь тоже бьет. Выгон мощный, так. Ладно, сейчас за толпу придется. Потихонечку. Потихонечку. Ну давай-то вот где-нибудь за... туда, вот за снегоход, я там остановлюсь. В где? А, да? Сейчас вы... 300 метров отъехали, 200, наверное, луночку дали. Одну вот корешку такую достали. И тут слишком глубоко. То нам то мелко, то слишком глубоко. Наверное, надо все-таки, да, 100 метров обратно дать. Поклевывает, мелкий, но тем не менее, глубина где-то 1,5 метра. Подняли вот. Подо льдом 50 сантиметров оставил. Ну, на камеру-то, конечно, не будет клевать. Наверное, когда камеру достаешь. Ты видишь этот мышка прикольно, крючок туда загнут внутрь. Mm-hmm. О, видишь, ему сложно зацепиться. Mm-hmm. Насади по-нормальному. Ну, мышечка любимая твоя, да, зелененькая? Я обожаю. Вообще. Я не могу найти теперь это. Такой-то? Да. А мне и Саша такая, я тебе могу подарить с собой. Шикарно. Пока еще нет. Вот. О, давай, давай. Саша, доставала. Тебе ночь поглубже сделано маленечко. Да, чуток. Там есть, по-моему. На, тоже подопустить. Здесь, что ли? Да, подыгрываю. Только выключил. Опа, есть. Малышка. Че, парни, у нас он рыбы-то вон уже сколько? Уже нажарю. Вам аж лунки пробурить. Какую Агушу? Приехали на рыбалку. Агуша. Как я уже и говорил, сегодня 23 февраля. Поздравляем всех служивых мужчин с этим замечательным праздником. С Днем Защитника Отечества. Сейчас даже специально рыбину вытащу в честь этого события. Он клюет. Клюет, клюет. О, есть. Опачки, блин, сорвалась. Все, мужчины, давайте. Всех с праздником, здоровья, успехов. Безграничного мужества, уверенности и мощи российской. Давай, за вас. Где у нас Саша? Вот еще рыба клюет. Все. Под рыбку. Ой, под рыбку. Суп. Все будьте здоровы. Поклевывай, хорошо. По чуть-чуть. Но очень вяло сегодня. Ветер выгон 5 метров, наверное, метров в секунду. Вгоняет в море. Только на игру играет. Да, клюет только на игру. Ну там-то видишь клюнуло, но тут бакен таки нет. И на креветку сегодня, да, на червя нифига. Угу. Ладно, половим. Не крупный сегодня. Сам вот такого поймал, да, эй, парень. Чего? Это корик, что такой? Огроменный. Это тоже
Матвей, это рекорд опять сегодня. Ты каждый день рекорды делаешь. С сапогом так для видео. Хоп. Офигеть. На светофор, кстати говоря. На это. Прикольно, дальше лови. Класс. Санчо. Глянь-ка, блин. К вам сюда положим. Это экземпляр серьезный. На светофор. Еще есть такая мамушка одна. Да, сегодня клев, конечно, не очень. Даже вот такие попадаются. Ну, таких мы, конечно же... Бульк. Дружок. Давай, давай, давай. Не может прорваться из лед. Давай. О, все, ушел. Короче, вот так вот. Где-то еще у нас там пакетик есть. Ребята накатались на снежиках. И уже сворачиваются домой. В гофр? Да нет, там сыр, Матвей. Сыр пролился. Ветер выгонной, клев не особо. Только сказал, что клев не очень, сразу же такой курюхан. На самую такую популярную мормышку. Где, где, где? А, на вторую тоже, что ли, да? Давай, давай, давай. Нет. Плавно, плавно надо все делать. Понял. Да клюет, клюет. Рыба подошла, кстати, Саш. Все, сейчас мама увидит. Да? Вот не клевала, час, наверное, целый, поклевок не было. Сейчас, раз, раз. Там контролирую, хорошо, Илья? Вот, клюет. Вот, 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 вот. О, Саша, опять клевала. Блин, сожрала, по-моему. Сегодня тепло, да? Но вот как бы для рыбы да. Такая погода не очень нравится. Приходится шевелить ее. Видишь, какие-то такие прохваты есть, да, Саш? Да. Прохваты есть. Там что-то так вот на эту здесь старая была. Надо обновлять, да креветочку-то. А Саша, кинь, пожалуйста, креветку, обновлю тоже. Парочку кинь. Нет, нет, да и такие, да, Саша, проворачиваются. Крупненькие. Очень ленивый сегодня. Да, курик. Сегодня ленивый корюх. Клюет только на игру. Я вот сюда. А, вон туда я посадил вообще корюха, порезал. А сейчас Саша на червя ловит. На морского живого. На тайге на кореха что-то на кореха корех что-то не хочет. Опять клюет, Саш. Пошел. Блин, давай-ка тоже червячка поставлю. Пошел, здесь ты чего здесь стоит? Этот понял, понял. Для любителей погонять по сухому морю. Бывают такие еще рапачки. Точнее, даже не рапачки, а ледяные глыбы, которые можно впертолить. Мама, не горюй. Вечером видно, конечно, под фарами. А вот когда днем летишь, нифига. Незаметно. Очень аккуратно нужно быть. Там, да. Еще приехали на базу, на нашу фанера. Так заметена. И вход. Офигеть. Смотри, Иваночка заносит. Надо очищать. А такая лопата есть? Там внутри есть, а снаружи-то нет. Надо все это убирать. Не, папа, это все на меня положись. На себя? Давай. Сделаешь, да? Надо отгребсти от дома. Давай, молодец. Помощничек. Такие вот барханы намело с последнего шторма. Саня прибыл на своей ракете с ватрушкой перевернутой. Ну и пускай так. Ну что, Саш, нормально все? Да, отлично. Ну, слава богу. Маленькую избу подзамело. Ну ничего страшного. Сейчас отроем, затопим печку. Так, тут у меня был газовый баллон. Ага. Баллон есть. Пока, да, вещи можете, Илюха, таскать. Какие необходимы. Так сейчас Илюха вещи будет таскать. И потом поможет. Не знаю.
О, гейнер наш стоит. Фу, чистота, красота, как всегда. Печечка, сейчас бошкочек горится. Сердце кровью обливается, эти бруски в печке топить. Ну, это обрезки на самом деле для растопки. Везли сюда, но вот по полметра пришлось обрезать. Сейчас будет тепло в избушечке. О, сталактиту уносишь, да? База зимой, умывальник. Все нормально. Вот так сейчас продувает, короче, шторма серьезные. Со снегу. Это, кстати говоря, пакля для заделки стен. Конопатка. Сейчас все вычистим. Приготовим покушать, будем отдыхать. А теперь хорошо стало. Полегче, да, стало, ну, слава богу. Одежду лучше. Угу. Папа, одежду лучше. Отсюда тоже надо, да, все убрать. Вот, главное, что отсюда выгребется. Да. Потом веника подметем. Молодец, смотри. Фу, наконец-то печечка разогрелась. Покушали вкусной гречи, только это не гречи, да, Матвей? Каша рыбацкая. У меня вообще снишка что-то. Да, сейчас ребята перекусят. Он еще умер. Барни. Матвей, только крошин над столом, ладно? Да, я потом макарон. Сами же уберете. Договорились? Да. Мы сейчас, Саша, пойдем делами заниматься. Папа, а? У меня усталость на ноль. На нуле усталость? Ну, красавчик. Ты видишь, уже привыкший, мы тебя привычили к этой базе. Каждые выходные еще-то здесь пропадает. Ладно, молодцы, выдержали все. Да хочу выдерживать это все на лайте, красота. Ну, сегодня погода вообще, да, по кайфу. Погода по кайфу. Изба быстро разогрелся. Папа, изба. А, по лайту, да, на лайте, по лайту, все верно ты говоришь. Сашенька, вот таскаем, занимаемся. Силой. Да, пока еще энергия есть. Всю фанеру привезли, которую привезли неделю назад, 45 штук. Снегоходе вот на Сашкином затаскиваем в баню. Жесть тут стоит с бочкой нашей любимой. Знаю, все на сколько-то влезет, потом еще что в предбанник остальное. Ну, я предлагаю. Ну, если войдет, то да. Приземлился, чук, посрал.
прилетел. Красавчик, наверное. Избушки переночевали. Сегодня вот второй день. Но, к сожалению, пошел очень мощный снег и ветер. Парни уже уехали. Сейчас буду их догонять. Такие парханы на мелоду. Что, второй день вот запылились с ребятушками. Ветрище, холодище, да? Дергает. Тупасит, как странно. Настоящий. Мелкий, наверное, какой-то. Мелочь пузатая, да? Вы-то что будете делать? Развлекаться? Яма? С Ильюхой. Ну, давай. Ну, делайте. Чего? Пошло ловиться-то. Сегодня клёва нет, ветер выгон, ничего, мелипиздрические корешки такие вот поклёвывают на самую маленькую ловушку. О, весь улов. Да, два часа. А вон еще что-то есть, пакетик. Короче, шесть рыб. Что поделать? Надо, чтобы северный ветер подул, тогда поклюет. То и вода не прибывает, не убывает, все на одном месте как будто стоит. Непонятно. Маленький корюх. Два часа, ничего, я говорю, Саша взял и достал. Два часа выуживал. Давай. На маленькую, на червя, да? Да. Чего брать? Ну, он конечно, вырос. А! Ну так. На червячка, да, все-таки? Ну, один подошел. Крупный причем, блин. Странно. А не, если вода убывает, так он не должен подходить-то. Да не убывает, хватит. Убывает. Убывает. У меня в лунках убывает. Раз рыба не клюет, решили посмотреть, что творится на дне. Камера вот такая. Сейчас мы ее опустим под воду. Да нет, стоит это больше. Модель так называется, там, он РТР 3000. Штатив такой, палку